Приветствую вас. Я думаю, что вы выстраиваете отношения, пытаетесь выстраивать отношения в известной степени на лжи. То есть, может быть, конечно, и сработает то, что вы сделали, то, как вы преподнесли, преподали себя здесь, в этой ситуации, может быть, сработает. Но я думаю, что это, если сработает, то будет означать то, что вы не можете выразить свои чувства к мужчине. То есть вы не, это означает, что вы не выразили того, что чувствуете к человеку. То есть, например, вы не сказали ему о том, что он вам симпатичен. К примеру, вы не желаете сами делать первый шаг по отношению к человеку, который вам вроде как нравится. Вот. Понимаете? Поэтому все зависит от вас, то есть если его подстегнет, то ваши отношения будут основаны на лжи. Хотите ли вы выстраивать отношения на неискренности? Хотите ли вы выстраивать отношения на манипуляциях, по сути? Это уже вам решать, безусловно. Но мне кажется, что если вы хотите серьезных отношений, то, возможно, стоит рассмотреть возможность честно сказать человеку о том, что вы чувствуете и как вы к нему относитесь. А если вы не знаете, как вы к нему относитесь, то для начала нужно разобраться с этим, потому что человек может подумать в том числе, что у вас нет никаких эмоций, нет никаких чувств к нему, и еще больше отдалиться. То есть, по сути, вы сейчас идете ва-банк, а при уровне ваших отношений ва-банк, на мой взгляд, неоправданный риск. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.